Начальник разведки доложит обстановку. Вкратце. Приблизна відстань до ворога в найближчих пунктах біля 3 кілометрів. Проти нас стоїть 247-й десантно-штурмовий полк. Військовослужбовців 206-го батальйона стримує агресію і напор зі сторони противника з переважаючими силами. Ну, якось отак. Ну, тут у нас зберігається зброя. Це не вся зброя, часть зброї. Все БК знаходиться в іншому місці. Такі речі там. От, наприклад, нещодавно отримали німецькі гранати. Це універсальна граната, як може бути, як оборонительна, точно так само наступательна. Рубаха металічна, залита в пластмасовий корпус. Так, наступательна. Так, оборонительно. Як практика показує, доволі себе так непогано проявили. Опа, заходимо. Тут у нас знаходиться харчоблок. Основне приготування їжі знаходиться тут. І ціленаправленно розвозиться по всім позиціям. Но є деякі позиції, до яких не можна доїхати. Ми передаємо продукти і за рахунок штатних поварів командири підрозділів здійснюють собі харчування свого особового складу. Нічим не хуже, ніж тут. На сніданок гарячі бутерброди, сосиски, яйця, масло, колбаса, чай, кава. Обід – уха, картопля тушкована з м'ясом, компот, вечеря – курка печена, рис, чай, кава. Ну, скажу так, особий склад харчується набагато краще, ніж навіть в цивільному житті вдома. В кожному підрозділі знаходиться по 2 стиральних машинки. Порошок завозиться централізовано. Ну, виходить, в середньому десь на 30 військовослужбовців 2 стиральні машинки. На позиціях точно так же. Майже на всіх позиціях, де нема центрального водопостачання, вириті скважини. Знову ж за рахунок волонтерів. Все, начальник групи персоналу каже, що не справляється. То ми відповідального виконавця їй виділили одного. Тепер вони вдвоєм, це страшна сила. Там ще дали пару офіцерів. Пішли, пішли. Покажеш, де ти. Чого вас 4? А відповідальний виконавець? 4,5. 4,5. Ну, я була за границею на момент початку війни. І вона там зі мною була за границею. Потім війна почалася, я сама приїхала, а її забрали от буквально тиждень 3 назад. Да? Да. З Бельгії її привезли. Коли шумно, вона просто підходить ко мені, садиться поближе і нормально. Як сказав, у кінових її треба підкармлювати все время, коли шумно, щоб вона успокаювала. І щоб не було скучно, у нас тут же ж знаходиться кінологічна служба. Там зараз приїжджає 34 бійці, я зрозумів. Штурмового підрозділу. Вони отрабатують всі нормативи. Все. Автомобілі в зоні бойових дій – це розходний матеріал. От в мене, наприклад, це третій вже автомобіль за останній місяць. Особовий склад, який виїжджає на позиції, виїжджають на внедорожниках не більше 3 військовослужбовців. Щоб перемістити, наприклад, взвод, треба порядка 10 автомобілів. В принципе, вместе с 24 февраля мы выполняли боевую задачу в Ирпене. После этого нас перевели
в Киев дали немножко отдохнуть, и сейчас мы здесь. Всего научить невозможно, но есть основные базовые навыки, это прежде всего слаженность коллектива. Сейчас мы отрабатываем в данный момент штурмы окопов, штурмы укреплений, подавление огневых точек, броски гранаты и все такое. Человек должен чувствовать автоматы своего партнера и слышать своего командира. Идет война технологий, сейчас идет война артиллерии, но захваченным объектом считается тот объект, куда ступила нога пехотинца. Потому как всем известно, танк без пехоты — это просто груда металлома, которую можно спалить за 5 минут. Наша задача сейчас научиться прикрывать танки и после работы артиллерии, минометной подготовки, авиации или танков зайти первыми в город. Мы пошли сюда воевать, поэтому мы учимся воевать. Основная задача — не умереть за родину, а убить за родину. У нас 99,9% особового складу – це всі мотивовані, це всі, хто хоче захищати свою країну. Тут, де ми зараз знаходимося, це була не наша територія. Вона була підконтрольна російським військам. Приїхали сюди, вступили в взаємодію, визначили наші позиції і крок за кроком почали здвігатися на ті позиції, де ми знаходимося зараз. Можемо зайти в наше расположение. Этого не было, вообще ничего. Тут вот один был впереди окоп, который вот он был просто окоп. Ну здесь вот как видите, то есть блиндаж, мы его еще доделаем. Нужно сделать посередине укрепления снизу. Стойки поставить, да. Кровати сами дерево наточили, скрутили. Ну максимально создаем условия, чтобы... Потому что военный быт, он на самом деле, короче, очень быстро деморализует. А когда есть вот вещи, те, которые кровать, матрас, какие-то такие ништяки для солдата, он как-то начинает гораздо веселее, короче, относиться к своей службе, а работе. Поначалу не радиостанции, вообще, ну, как бы такое, все на своем голом энтузиазме. Starlink, он осуществляет, как бы, спутниковый интернет. И то есть, если здесь нет мобильной связи и вообще ничего, то непосредственно смогли связаться, у кого есть связь. То есть в городе, со штабом, ну, с кем угодно, главное, там, если вдруг нужно подкрепление было. Соответственно, вот карточки огня, они нам помогают, американцы. С ними правильно, по своим американским технологиям, короче, они нам подсказывают, как правильно выставлять сектор огня. Он был непосредственно этот американец, который с нами, Кристиан, 7 лет пулеметчиком. То есть он про пулемет знает все и говорит, пулемет — это ваша мощь, вашего подразделения. Можем продолжить наше путешествие по нашим улицам. Есть одно РПГ-7, НСВ-12,7, пулемет крупнокалиберный, 4 ПК. И 3 РПК. Вот все, что обещают, еще более тяжелое вооружение. Ну, типа Стугна, Энлавы. Но пока не дают. Где вы НСВТ взяли? Когда там в Ирпене, в Буче были боевые действия, оттуда нам его просто как бы принесли, сказали, ребята, это ваш. Занимайтесь, мы не можем его восстановить, там был проблемный, он был разобранный, половина запчастей вообще в нем не было. Мы приехали сюда, оказался у нас здесь знакомый, забыл какая бригада, они занимаются ремонтами полностью всего вооружения. И с Божьей помощью он нам помог, восстановили, просмотрели, простреляли, он просто работает великолепно. Это одна из наших надежд, которая будет мочить. И это все вручную, это вот наше БК. Правда, еще не правильно, не по технологии это все сделано. Еще надо в сторону делать ячейки. Но мы это все в процессе. И оркам жопа. Я в 14-й был мобилизированный. После 14-го в 1-й танковой бригаде. После 14-го морально было тяжело уйти на гражданку. Я подписал контракт в Киеве на 3 года. Потом, после подписания контракта, я через год уехал в Либерию, миротворческую миссию. И там
провел вообще самые, по-моему, чудесные времена Сбройных сил Украины. Вот предчувствие было на самом деле, что 24-го что-то будет. И я уже 23-го жену собрал. Я говорю, вот если будет, говорю, ты уезжаешь. И так оно все. Я проснулся, я услышал взрывы. Жену до обеда отправил за границу. И сам начал искать, куда податься. Комбата знал, лично особисто набрал. Я говорю, комбат, что делаем? Говорит, воюем. Я к нему приехал, мне дали оружие, и мы погнали. И вот сейчас я здесь, в Николаеве. Вот максимально этот быт, который мы пытаемся обустроить своими силами, без женщин, сами. Это Слава, повар наш. Готовит хорошие вещи, да. Кофе будете? Это все вот именно на выдумке как-то. Комбат что-то подсказывал. И мы вот, что надо, лаунж-зону. И она тоже так вот выкопали. Соответственно, дальше у нас тоже блиндажи, генераторные, там, доты. В доты сходим. А, даже туалеты есть, да, с душем. Я покажу. Это самая-самая вообще крутая вещь. После работы вечером прийти сюда, короче, окунуться в этот душ. Все. Ну, то есть, вот такой вот принцип. Отличный душ. Лучше даже, чем дома. Но дома хорошо. Самое приятное, это когда ракеты пролетают или кассеты раскрываются, ты в душе и в трусах. И думаешь, ё-моё, не успею на войну.